Талдыкургане в этом году возведут временный центр для бродячих животных. Уже утверждена проектно-сметная документация. На его строительство направят 742 миллиона тенге. И такие работы проведут во всех районах области ЖТСУ. Об этом на брифинге рассказали представители областного управления ветеринарии. Проблему отсутствия приюта для собак и кошек наши корреспонденты поднимали в прошлом году. Тогда на отлов и стерилизацию животных из госбюджета в регионе направили 9 миллионов тенге. Я считаю, что все эти подрядчики по отлову работают недобросовестно, поэтому на улицах столько бродячих собак. От того, что голодные, они опасны, а дети в школу ходят, их встречать приходится. Столько информации про нападение на людей бродячих псов слышим, поэтому надо как-то решать эту проблему. Проект утвержден Министерством финансов. На все мероприятия предусмотрены государственные средства. Для возведения сети таких приютов уже отведены земли во всех районах. Реализация поручена местным акиматам. В Талдыкургане строительство начнется в мае этого года.